У нас уже в гостях Юрий Ковалев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии Астрономического центра Физического института Лебедева Российской академии наук, руководитель научной программы проекта «Радиоастрон». Простыми словами я говорил, что мы в России можем гордиться тремя вещами: автоматом Калашникова, ядерным энергоблоком, который все хотят купить, и, соответственно, вот этим проектом «Радиоастрон». И сегодня его лекция будет называться «Невероятная Вселенная. Лекция о самых необычных явлениях Вселенной». Всем здравствуйте. Я расскажу вам сегодня о невероятной Вселенной. И под невероятной я подразумеваю следующее, что астрономы, изучая Вселенную, ну, достаточно регулярно, раньше чаще, сейчас реже, им везет увидеть что-то, что на первый взгляд кажется совершенно невозможным, и что невозможно объяснить с точки зрения законов природы, как мы это понимаем. И вот про подобные чудеса, и что мы с ними делаем, и что же это на поверку оказывается, я хочу с вами сегодня поделиться. В заключительной части лекции я расскажу вам про рукотворное чудо, чудо, которое удалось сделать российским инженерам и ученым. Несколько слов, вот как анонс. Это явно про меня. Как анонс лекции, которая будет завтра, про результаты наземно-космического интерферометра под названием «Радиоастрон», космического проекта, который был построен и успешно реализован в нашей стране. Вот если я слышал, многие считают, что российский космос, в общем, как-то в основном покоится на дне Тихого океана, это далеко не так. Вот. Ну, просто про дно Тихого океана журналистам интереснее писать, потому что читают сразу много народу. Ну что ж, поехали. Первый слайд на самом деле имеет мало отношения к лекции, но вы понимаете, раз она происходит в зоопарке, то было бы глупо не начать с животных. Поэтому вот я начал с лайки. Да, не далее, как вы помните, 12 апреля был день космонавтики, прошло 55 лет с того дня, как Гагарин полетел в космос. И вот когда мы запускали наш спутник в космос, чуть попозже про это несколько слов скажу, мы поехали на Байконур, и в частности вот были в музее. И в музее на Байконуре нам рассказали такую историю, похоже, что это правда. Вот, а тезис следующий. Вот извините, желтый на белом, здесь не очень хорошо видно, я все буду прочитывать, слова будет очень мало. Каждая собака на Байконуре может полететь в космос. Это правда. А история следующая. Вы знаете, что далеко не только Лайка летала в космос. У Лайки как раз была не самая простая судьба. Она не вернулась обратно. Тогда мы еще не умели сажать аппараты. Много собак, и не только собак летало в космос, прежде чем решили послать человека. И, ну, как вы думаете, обычно правильно угадывают или продуманно предполагают. Как вы думаете, каких собак отбирали для полетов в космос? Так, прошу вас, молодой человек. Беспородных. Так, правильно, абсолютно верно, молодец. Тут что, раздают, что ли, призы? Я слышал, я ни одного не привез. Могу раздать ручки, у меня штук 10, потому что все время кончаются. А почему беспородных? Да, совершенно верно, да, беспородные, они более привыкшие к трудным условиям. Таким образом, они кушают практически что угодно, да, это было очень важно, чтобы кушать это самое, то, что там вот в космосе дают. А кроме этого, они не нервные. Мы знаем, что породистые собаки очень часто бывают нервные, таким образом они могут достаточно легко вот в этих условиях прожить. Так вот, история следующая. Ну откуда брали этих беспородных? Ну понятно, откуда берут беспородных, да? Но они же беспородные, они свободные такие собаки. Их готовили к полету, тренировали, чтобы они были вот к этим условиям какими-то приученными. Но они беспородные, поэтому у них раз однажды и собака убежала. Собака убежала, а в космос надо кого-то запускать. Но они пошли, значит, ребята, которые готовили, собственно, собаку, они пошли на улицу, значит, нашли новую беспородную собаку, посадили и запустили. А это было уже в те времена, когда собаки возвращались обратно. И собака успешно слетала, вернулась обратно. Значит, естественно, Сергей Павлович Королев должен был посмотреть на нее. А он помнил, собственно, ту предыдущую, которая сбежала. Но его не предупредили, очень боялись, что будет сбучка. И он говорит: так, собака не та.
Ну, значит, пришлось как бы извиняться, объяснять, все, кого-то там наказали. Но вот после этого, собственно, вот на Байконуре есть такая байка, что когда вы там прогуливаетесь и видите каких-то собак беспородных, которые по улице шляются, в общем, это, возможно, потенциальный космонавт. Ну что, давайте теперь поедем дальше. И вот сейчас мы сбросим презентацию, да, и попробуем показать фильм. Давайте сбрасываем вниз. И вот тот, он называется Sizes, вот самый последний файлик. Давайте мы его попробуем включить. Значит, в лекции мы будем обсуждать, как он стартует. Да, точно, вот именно так. И на весь экран, если можно. Давайте попробуем на весь экран. Значит, мы будем обсуждать очень разные объекты в лекции, разные в смысле размеры. И я хотел бы поэтому помочь вам, начав с фильма. Может быть, кто-то из вас увидел, мои дети его очень сильно любят, да? Простите, на английском, вся наука на английском, но это не важно, со временем привыкаешь. Итак, разные размеры объектов Вселенной. Начали с Луны, Меркурий, Марс, Венера, Земля. Готовьтесь, да, в лекции у нас будут звезды, у нас будут галактики, Земля, Нептун, пока все это планеты нашей Солнечной системы. Вот так выглядит Сатурн, причем без колец, Юпитер. Все, перешли к Солнцу. Солнце размером в диаметре там, порядка миллиона километров. Звезда Сириус, Поллокса, так называемый оранжевый гигант. Цвет звезды зависит от того, на какой стадии эволюции она находится, что у нее горит. Арктурус – красный гигант, Альдебаран – красный гигант. Ригель – это синий супергигант. Опять же, синий гипергигант. Приходится каждый раз придумывать что-то новое, когда новую звезду, точнее, новый тип открывается. Да? Цефеиды, по ним расстояние в нашей галактике измеряют. И самая большая – Канис Майорис, в созвездии Канис Майорис – звезда. Красный гипергигант. И вот теперь, значит, идея такая, что вот мы летим над красным этим гипергигантом, и вот точка сверху сейчас ее нарисует. Это вот размер нашей планеты Земля. Вот, ну и здесь такая мысль, ну как представить себе размер этой самой Канис Майорис? Вот, ну вот, значит, диаметр примерно 3 миллиарда километров. Ну вот если мы летим на самолете, тогда облет один раз этой звезды, на этот облет нам потребуется 1100 лет. Вот. А, собственно, здесь, ради чего я все это и показываю, наступает. Ну вот, представьте, что все эти звезды, которые мы видели, и планеты, они представляют из себя всего лишь какую-то абсолютную песчинку, всего лишь внутри одной нашей галактики. Да? А наша галактика представляет себе песчинку во Вселенной. Ну, в конце здесь идея, что нет, мы не пуп Земли и не центр Вселенной, естественно. Но для нас самое главное, что вот мы представляем, да, что астрономы в своей работе, они исследуют объекты размерами. Ну, вот звезды, наверное, самые маленькие, это нейтронные звезды, пульсары, о которых мы сегодня будем говорить. Это размеры на уровне, которые вам очень знакомы, это там 10-20 километров, до галактик с размерами там тысячи, десятки тысяч световых лет, о которых мы сегодня тоже поговорим. Спасибо. Ну, давайте теперь мы снова вернулись к нашим слайдам, и я вам расскажу про сюрпризы, которые встречали не только, но главным образом радиоастрономов. Почему радиоастрономов? На самом деле, потому что о нас не так уж часто говорят, а также при том, что количество Нобелевских премий, которые получили именно радиоастрономы, говорят наибольшее за разные там открытия. Вот. И вот итак, мы говорим про астрономию, про исследование Вселенной на радиоволнах. Да? То есть мы исследуем ее не глазами, не глядя вот в оптическом диапазоне электромагнитного спектра на небо, а мы исследуем в радиодиапазоне, используем для этого радиотелескопы. Радиотелескопы всем вам хорошо знакомы, несомненно. Да, во-первых, радиоволны. Радиоволны вам хорошо знакомы, потому что, естественно, радио по ним распространяется, вся радиосвязь, естественно, идет на радиоволнах. Ваша СВЧ-печка дома работает на радиоволнах. Да? Вы примерно представляете длину волны СВЧ-печки? Нет, это типично, это 13 сантиметров, вот примерно такая вот. Вот это радиоволны. Естественно, спутниковые тарелки, которые стоят на балконах у вас, это маленькие радиотелескопы. Вот радиотелескопы, которыми мы современные пользуемся, там порядка 100 метров, они, соответственно, ну, примерно в 100 раз больше по размерам, чем спутниковые тарелки, которые вам всем знакомы. Ну и по цене примерно в 100 тысяч раз дороже. Вот. А это, вот сверху, да, вот вы видите, это первый радиотелескоп, построенный на нашей планете Земля.
Он выглядит очень странно, он выглядит из таких вот палочек. Бывают и такие радиотелескопы. Причина, почему он так выглядит странно, потому что инженеру, которого звали Карл Янский, ему было дано задание исследовать на самом деле не Вселенную, а исследовать то, как распространяются радиоволны по атмосфере или внутри под атмосферой планеты Земля. Вы знаете, что от ионосферы там радиоволны отражаются. В общем, всякое такое распространение он должен был исследовать. Ему за это заплатили зарплату. Он построил такую вот антенну. Но он был не только профессионалом высокого уровня, но он был интересующимся человеком. И он увидел, что в процессе исследования помех, да, от молнии, от работающих автомобилей там, и так далее, и он их исследовал круглосуточно, он увидел, что примерно в одно и то же время уровень излучения, который измеряет вот эта первая антенна, построенная в мире, поднимается, а потом снова падает. И это происходило не когда он смотрел на Солнце, этот телескоп, а когда оказалось, он смотрел на центр нашей галактики. И вот Карл Янский впервые открыл радиоизлучение центра нашей галактики, опубликовал об этом статью и, собственно, вписал свое имя в историю. Вот он отец радиоастрономии, его именем названы единицы измерения в астрономии. Он действительно большой молодец, при том, что он даже астрономом не являлся. Это инженер, который в процессе своей работы, за которую он получал зарплату, увидел что-то новое, это опубликовал это в научном журнале. А вот это вот первый радиоастроном, который построил вот такой вот радиотелескоп диаметром около 10 метров на дворе своего дома. Во дворе своего дома. За свои собственные деньги. Он сам придумал, как его построить. Он хотел изучать космос. И вот он построил этот телескоп сам. Причем, надо признаться, что он был очень скаредным так по жизни человеком. И, может быть, вы слышали анекдот о том, как сэкономить на почтовых марках. Ну, может быть, молодежь-то не знает, что почту можно, да, там, отправлять бумажную. Вот. И для того, чтобы отправить письмо, там есть такая почтовая марка. Но есть способ, который можно не платить за то, что посылаете письмо обратно. Какой? Вы просто берете тот же самый конверт и пишете на нем, что, значит, адресат неверен, да? То есть, что письмо пришло по неправильному адресу, и кидаете его в почтовый ящик. Тогда письмо вернется обратно. Так вот, он это реально делал. Да. И при этом он за собственные деньги построил радиотелескоп, он исследовал космос, и он получил действительно очень интересные научные результаты. Большой молодец. Давайте пойдем дальше. Открытие пульсаров. Вот я вам рассказал о том, как Карл Янский неожиданно для себя, перед ним стояла задача исследовать распространение радиоволн, исследовать помехи в радиодиапазоне. Их действительно очень много. Наши коллеги в Англии построили телескоп, чтобы исследовать тоже, вы не поверите, распространение радиоволн через атмосферу, но уже немножечко другой эффект, называемый эффект рассеяния. И аспирантка, которую звали Джессалин Белл, практически после одного из первых включений этого телескопа увидела следующее. Вот это вот оригинальная первая запись открытия пульсаров. Она увидела следующее. Смотрите, вот это вот метки времени. Ну, раньше компьютеров не было, или, по крайней мере, не было на том уровне, о которых мы сегодня понимаем. Вот это метки времени. Вот этот каждый штришочек — это одна секундочка. А сверху это вот, собственно, нарисованы величина сигнала, который измерял этот телескоп. Посмотрите, вот такие вот импульсы идут почти каждую секундочку. Раз, 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 раз. Они повторяются вот примерно раз в секунду. Это было впервые в истории астрономии, всей за там, сколько ей уже, наверное, лет 300, ну, на самом деле, даже больше, смотря как считать, когда увидели объект на небе, который пульсирует и показывает вот регулярные импульсы. И ученые не могли предположить, что это может происходить естественным образом. Поэтому, очевидно, ученые предположили, что это внеземной разум. Вообще, это обычное дело, да? Все работает именно таким образом. Вы исследуете Вселенную, исследуете, наблюдаете ее, и фактически вот, да, способ найти, один из способов найти внеземной разум, это увидеть что-то, что противоречит законам природы, что противоречит вот тому, что вы естественным образом от Вселенной ожидаете. И вот, соответственно, этот объект был назван LGM-1, да, Little Green Man номер один, маленькие зеленые человечки под номером один. На полном серьезе был засекречен, после чего через несколько недель наши коллеги в Англии нашли второй такой объект, третий, и уже осознали, что уж как-то многовато зеленых человечков.
у нас получается. И, собственно, осознали, что на самом деле речь идет про космический объект. Давайте пойдем в следующий слайд, который называется пульсар. Это очень интересный объект, давайте я вам про них расскажу. Вот представьте, у вас есть звезда, такая, как наше Солнце. Ну, как работает звезда? Происходит термоядерная реакция, водород превращается в гелий. Когда водорода остается мало, происходит так называемый коллапс. То есть вещество падает в центр звезды и происходит взрыв. Оно падает, все сильно сжимается, а потом... Да, ну, у Солнца еще достаточно много, есть, по-моему, больше миллиарда лет, не беспокойтесь. Вот. И после этого коллапса у нас остается очень маленькая и сжатая до совершенно безумного уровня давлений звезда, которую мы называем нейтронной звездой. Вот представьте себе, те, кто учится в школе, ну вот я написал, вот величина магнитного поля на поверхности, вот мы измеряем ее в гауссах, нам традиционно, ну вот Тесла школьникам должно быть известно, вот вы узнаете у себя в школе, если у вас есть лаборатория физическая, вот сколько Тесла там ваши электромагниты могут сгенерить, вот на поверхности нейтронной звезды их, соответственно, 100 миллионов Тесла. И плотность, наверное, тоже понятна всем. Вот плотность вещества в этой звезде, да, потому что она очень сильно сжата, вот в одном кубическом сантиметре миллиард тонн. Да, миллиард тонн в одном кубическом сантиметре. Вот. И она вращается вокруг своей оси, и из-за того, что у нее очень большое магнитное поле, вот она светит такими вот лучиками в две стороны, и в случае, если лучик чиркает по Земле, вращается с достаточно большой скоростью, мы получаем вот такой вот собственный импульс. Это очень интересный объект, потому что, естественно, на Земле мы подобные условия никак не можем восстановить, да, никак не можем построить, собственно, поэтому, наблюдая космические объекты, мы можем проводить такие эксперименты, что ли, наблюдательные, вот такой экстремальной физики. Также мы можем его использовать для исследования межзвездной среды в нашей галактике. Но вот есть очень еще интересные вещи. Вы, конечно же, слышали про водородные часы, которые идут с очень большой точностью, там говорят, что они на одну секунду уходят за 10 миллионов лет. Так вот, в принципе, по сети пульсаров можно построить еще более точные часы. Вот если мы будем наблюдать, и это реально происходит на нашей планете, построена так называемая пульсарная шкала времени, которая в результате позволяет нам иметь более точные часы, привязываясь, используя вот эти вот вращающиеся все время с очень хорошо известному закону пульсары, вот иметь часы точнее, чем даже то, что мы на Земле можем построить как атомные часы. Ну и, естественно, можно проверить Эйнштейна, предсказания теории относительности, которые он построил вот на подобных объектах. Я уверен, месяц или пару месяцев назад вы обязаны были слышать о том, что ученым наконец-то удалось открыть гравитационные волны. Да? Вот, да? Слышали? Гравитационные волны открыли. Это круто. Почему это круто? Потому что это новая для нас возможность, фактически окно, совершенно новая возможность исследовать Вселенную, исследовать законы природы. Так вот, пульсары можно тоже использовать для исследования, для измерения гравитационных волн. Знаете, каким образом это делается? Вот интерферометры на Земле, которые измеряли гравитационные волны, они имели такое зеркало. И фактически вот то, как это зеркало вот немножечко отклонится, собственно, вот оно там отклонилось на очень малую величину. Вот с помощью этого отклонения увидели, увидели гравитационные волны. Так вот можно, как такое зеркало, использовать планету Земля. Вот представляете, вся наша планета как одно такое большое зеркало. Вот. Но вместо того, чтобы использовать лазеры, мы используем вот такую вот сеть пульсаров. Мы наблюдаем пульсары на Земле с большого количества телескопов и, собственно, используем вот эти вот пульсары как реперные точки. Вот мы привязываемся к ним и смотрим, как двигается Земля относительно этих пульсаров. Вот благодаря этому можно тоже предиктировать гравитационные волны, большой проект, который сейчас делается. Ну что, давайте про другое чудо поговорим, про которое хотел рассказать. Итак, мы идем с вами от маленьких, очень маленьких звезд размером 10-20 километров, очень экстремальных при этом звезд, пульсаров к далеким галактикам. Около 50 лет назад никто не знал о существовании активных галактик, то, что называется квазары. У них, мы считаем, в центрах очень тяжелые, сверхмассивные, так называемые черные дыры. Вот. Считали, что есть галактики типа нашей. Да? Но мы находимся в нашей галактике, мы ее наблюдаем. Вот, собственно, галактика типа нашей. Ну, хорошо. Никаких других галактик, мы считали, не существует. Таким образом, все, что на небе есть, да, это либо вот такие компактные звезды в нашей галактике, либо вот галактики типа нашей. И в какой-то момент обнаружились очень странные звезды. На самом деле, опять концы с концами у ученых не складывались. Они складывались вот по какой причине. Смотрите, мы
пока нам не удалось опровергнуть общую теорию относительности Эйнштейна. Вообще, вот принципиальное отличие науки от религии, да, оно связано с тем, что в науке ничего не берется на веру. Да, религия основана на вере, наука основана как раз на неверии, на том, что любой научный результат, который получил ученый, любая теория, ее можно проверить и, соответственно, ее можно опровергнуть. И поэтому общую теорию относительности Эйнштейна мы пытаемся опровергнуть уже около 100 лет. Пока нам так и не удалось. То есть пока все, что мы видим, согласуется с предсказаниями теории относительности Эйнштейна. И в частности, как, несомненно, вы знаете, скорость света — это самая большая скорость, 300 тысяч километров в секунду, с которой может не только распространяться свет, но и распространяться любое возмущение, любая информация во Вселенной. Таким образом, вот из этого, из так называемого понятия причинности, то есть информация не может распространяться быстрее, чем скорость света, мы можем оценить размер любого объекта, который, ну, например, вспыхнул и потом снова потух. Потому что вот время, за которое он вспыхнул, да, понятно, что он вспыхнул весь как целое. Предположим, мы имеем такую галактику, она вспыхивает как целое, означает, что она вся целиком вспыхнула. А эта часть галактики может знать об этой только через вот время, которое отсюда до сюда идет свет. Поэтому мы можем оценить как бы характерный размер галактики, просто-напросто умножив скорость света на вот то время, которая происходила у нас какая-то вспышка. Итак, увидели странные звезды, которые меняли там, в несколько раз уровень своего излучения, и в оптике просто в обычные телескопы видели в течение одного дня, двух дней, но при этом оценивая, как бы, смотрят на них и не видят тех обычных элементов, водород, гелий, озон, которые видят в обычных звездах. Выглядит что-то очень странное. Фактически ощущение, как будто совсем другие там есть элементы, причем элементы не из таблицы Менделеева. Что-то совершенно безумное. И потом догадались, что на самом деле это все те же самые водород, гелий и все остальное, что мы знаем, опять же, из таблицы Менделеева, из ее начала, однако находящиеся очень далеко, находящиеся в далекой галактике, на расстоянии миллиарда световых лет. Как это возможно? Как возможно, что далекая галактика, громадная, да, размерами там тысячи световых лет, десятки тысяч световых лет, может менять свое излучение за один день, за два дня, за три дня? И, собственно, после этого, и вот мы пришли к открытию того, что называется квазарами. Вот первый квазар, который открыли, он был 3273. И если посмотреть сюда, это картиночка, полученная в оптическом диапазоне. Настоящая картинка открытия. Да, вот это вот его ядро. Видите, такое яркое. Вот видите, здесь такая линия. Вот эта линия — это то, что мы называем джетом или струей, который вырывается из его центра. Давайте посмотрим следующий слайд. Собственно, после чего мы вот поняли, что бывают такие квазары. Или еще по-другому их называем активные галактики. Как я уже говорил, они находятся на расстоянии миллиарда световых лет от Земли. Мы считаем, что в их центре находится очень тяжелая черная дыра, массой миллиарды масс Солнца, миллиарды нашего Солнца. Вокруг вращается диск, откуда падает пыль и газ на вот эту центральную сверхмассивную черную дыру. И около 1/10 этого вещества выбрасывается наружу в виде вот таких вот узких струй. Давайте мы сейчас попробуем посмотреть второй фильм про это. Угу. Если я правильно помню, это фильм 2. Вот давайте мы прям... Нет, АГН-2. Вот третий сверху. Угу. Давайте мы его запустим, и вот на весь экран. Фактически, вот смотрите, вот в центре это та самая маленькая, но очень тяжелая черная дыра, вокруг аккреционный диск, диск вещества и пыли и газа, который падает на центральную машину, и вот вырывается наружу такой вот узкий луч вещества. Мы считаем, что в этом луче двигаются со скоростью, практически равной скорости света, электроны, электрончики, протончики, вот излучают вот такой вот луч, и, собственно, этот луч, фактически глядя нам в глаз, потому что в основном мы видим самыми яркими именно те, которые летят к нам в глаз, то есть оказывается, у них еще релятивистские эффекты еще раз в 10, в 100 усиливают их излучение, вот эти самые квазары, которые мы открыли, которые мы изучаем. Спасибо, давайте вернемся. Вот один из первых таких вот квазаров, да, или активной галактики, которую мы исследуем. Вот посмотрите, вот так она выглядит на очень хорошо известном оптическом телескопе космическом, который называется телескоп имени Хаббла, в оптике, вот как мы видим своими собственными глазками. Вот так она выглядит в радио, на радиоволнах. А вот так она выглядит в рентгеновском излучении. Ну, если вам не повезло сломать руку или ногу, то вы с ним хорошо знакомы. Но вот кроме того, что мы его используем в больницах и поликлиниках для того, чтобы лечить наших веселых детишек,
Вот мы можем также в рентгеновском диапазоне наблюдать Вселенную, и оказывается, что вот в рентгене тоже эти джеты очень активно излучают. Давайте нажмем кнопочку, и я вам покажу, что же происходит в центре. Существуют специальные методы, с помощью которых можно увидеть, посмотреть вглубь вот этих вот объектов. Вот представьте, от них свет до Земли идет миллиарды лет. И при этом мы можем рассмотреть фактически центральные несколько световых месяцев. Вот это вот расстояние, свет проходит за несколько месяцев. Вот мы считаем, что как раз здесь находится вот эта самая очень тяжелая черная дыра. Вот она выбрасывает, это реальный результат наблюдения вот в радиодиапазоне, выбрасывает такой вот пучок очень быстрых электронов, и они вот таким вот образом двигаются по джету и излучают на нас. Давайте посмотрим дальше. Вот я хочу немножечко углубиться, следующий слайд. Посмотрите, вот это реальный результат наблюдений. Вот это еще одно чудо, которое ученым достаточно быстро удалось понять. Вот мы смотрим, мы можем измерить, с какой скоростью двигаются вот эти вот сгустки, такие вот облака, очень горячие плазмы по вот этим вот струям далеких галактик. Вот мы можем их проследить, измерить, и оказывается, что скорость, которую мы видим, больше, чем скорость света. Вот мы во всех учебниках читаем общую теорию относительности, я уже говорил, мы никак не можем с ней ничего сделать, в смысле, что оказывается, что вроде бы она все правильно. И тут раз, мы видим скорость, вот просто своими собственными глазами, с помощью радиотелескопов, естественно, мы видим, что скорость движения вот этих вот облаков ярких в далеких квазарах, она составляет величину, здесь порядка десятка скоростей света. Если мы кликнем, может, она еще раз пойдет, я не знаю. Каким образом это можно себе представить? Вот смотрите, какая штука оказывается. Вот представьте вот эту самую струю, которая смотрит вам в глаз, или там несколько градусов от направления вам в глаз. И смотрите, вот я это самое облако, да, и я стою здесь, и я начинаю излучать свет, вот он начинает бежать прямо к вам в глаз со скоростью света. Но с другой стороны, я, это самое облако, тоже очень быстрое, релятивистское, двигаюсь вот по струе тоже со скоростью примерно равной скорости света. Поэтому в некотором смысле я как бы пытаюсь догнать тот самый лучик света, который я же, собственно, и спустил. И вот из-за этого эффекта проекции оказывается, что из-за сокращения времени, вы знаете, что время сжимается, расширяется, из-за когда вы двигаетесь со скоростью близкой скорости света, оказывается, что на глаз вот складывается ощущение, что эти пятна, вот эти вот горячие пятна в квазарах двигаются со скоростями, может быть, даже раз в 10, чем скорость света. Давайте двинемся дальше. Черные дыры. Естественно, самые интересные объекты во Вселенной. Нередко спрашивают, ну так что, открыли мы или не открыли черные дыры? Ну понятно, что черная дыра, она черная, поэтому увидеть ее невозможно. Кстати, почему она черная? Ну давайте проговорим. Да, прошу вас, молодой человек. Да, она черная, было предположение, что она черная, потому что затягивает все и свет тоже. Это совершенно правильное предположение. А почему она затягивает и свет тоже? То есть почему свет не может оттуда выйти? Прошу вас. Ну, массы, да, она очень тяжелая, да, и, соответственно, гравитационное притяжение такое большое. Но, значит, опять же, возвращаясь в школу, спасибо большое за ответы, все правильно. Возвращаясь в школу, мы обязательно вспомним, что в последних классах мы изучаем законы Кеплера, в частности, и мы обязательно все слышали про первую космическую скорость и про вторую космическую скорость. Да? Вот первая космическая скорость — это скорость, с которой нам нужно запульнуть объект, да, вот туда вот на небо, для того, чтобы он стал спутником Земли. Вот вторая космическая скорость, которую нужно запульнуть тот же самый объект, для того, чтобы он шел за пределы Земли, перестал быть спутником Земли. То есть как раз ушел от нашей орбиты. Вот вторая космическая скорость для Земли составляет примерно 11 км в секунду. Вот если мы пошлем какой-нибудь спутник в космос со скоростью 11 км в секунду или больше, соответственно, этот спутник, он перестанет быть спутником Земли, он уйдет. Так вот, до определенного расстояния от центра черной дыры, который мы называем так называемым горизонтом событий, вторая космическая скорость для этой черной дыры оказывается больше, чем скорость света. Поэтому фактически существование черных дыр, оно является прямым следствием общей теории относительности Эйнштейна, да, о том, что самая большая скорость — это скорость света. Так вот, раз
вторая космическая оказывается больше, чем скорость света. Фотоны, собственно, уйти не могут. Они притягиваются и падают. Свет падает на черную дыру. Так вот, ученые уже давным-давно хотят увидеть черную дыру. Ее, конечно, увидеть невозможно, но вот мы пытаемся найти, я буду завтра рассказывать про наши попытки эти, пытаемся найти то, что вот мы называем горизонтом событий, или по-простому вот бублик, то есть такое вот яркое излучение вокруг черной дыры, то есть что-то такое кругленькое внутри, что было темненькое. Вот, собственно, это мы и ищем. Вот, но пока нам, к сожалению, так и не удалось. Вот, надеемся, что нам это удастся, потому что есть очень много указаний на то, что эти объекты, действительно совершенно уникальные объекты, существуют. А вот теперь я, прежде чем перейти к нашему спутнику, хочу вам рассказать про еще один объект, который абсолютно чудесный, но он пока теоретический. В том смысле, что мы пока не увидели прямых подтверждений в космосе, что он существует. Но я уверен, что большинство из вас про него слышали. Когда я рассказываю лекции в школах, вот самое, наверное, знакомое всем деткам — это понятие кротовая нора. Ну, кто слышал про кротовую нору? Да, кротовые норы. Значит, параллельные вселенные было произнесено слово. Ну, не знаю, параллельные они или перпендикулярные, но кротовая нора — это теоретический объект, который на самом деле, возможно, существует. В том смысле, что его существование не противоречит законам природы. Возможно, кротовая нора действительно существует, и, возможно, в каких-то объектах Вселенной, в которых мы думаем, в центрах находятся черные дыры, например, те самые квазары, там могут быть на самом деле кротовые норы. Что это такое? Это отличие от черной дыры заключается в том, что да, когда вы на него падаете, вы выходите где-то в другом месте. А вот где? Значит, теории построены о том, что вы можете выйти в нашей же Вселенной, но совсем в другом месте и в другом времени. То есть в некотором смысле это может быть даже машиной времени, которая вас и вперед толкает, и назад. Причем куда вас выбросит, будет зависеть от того, в какую сторону и с какой скоростью вращается вот эта самая кротовая нора. И в некотором смысле это решение проблемы перемещения в нашей Вселенной со скоростью значительно больше скорости света, потому что вы можете выйти в нашей Вселенной совсем в другом месте на расстоянии значительно большем, чем то, которое вы прошли бы за там небольшое время умножить на скорость света. Кроме этого, да, действительно, нет никаких законов природы, которые бы запрещали существовать другим Вселенным. Нет ни одного закона природы, который сказал бы, что наша Вселенная единственная. Может, существуют другие Вселенные, и, возможно, кротовые норы являются этими самыми дырами, вот, которые между эти Вселенные и связывают. Однако, боюсь, что в ближайшее время мы с вами об этом не узнаем, но теоретики продолжают работать и продолжают показывать, что действительно вот, это может быть. Да, вот. Соответственно, чем дальше, тем чудесатее. Давайте мы теперь вот по поводу черных дыр, кротовых нор. Естественно, для того, чтобы их исследовать, нам нужно иметь возможность углубиться в наши вот эти вот очень интересующие нас объекты Вселенной все глубже и глубже, то есть иметь все более высокое угловое разрешение для того, чтобы мы могли получить фотографию или изображение космических объектов с лучшим и с лучшим угловым разрешением. И для этого мы используем такие системы, которые мы называем интерферометрами или радиоинтерферометрами. Мы их раньше использовали на Земле, а потом вот это была идея советских ученых. Один из них сегодня является директором моего института. Я проговорю их фамилии. Матвиенко, Карадашов и Шеломицкий, которые около полувека назад сказали, что, во-первых, можно построить такие интерферометры на Земле. Это была их идея. Собственно, благодаря этим системам мы на сегодня имеем возможность с наибольшей четкостью восстанавливать изображение космических объектов. Но они также предложили, давайте запустим один из телескопов в космос. И действительно, мы это сделали. Несколько лет назад, это проект, который называется проект «Радиоастрон», мы построили, давайте мы пойдем на следующий слайд, мы построили радиотелескоп диаметром 10 метров. 10 метров под обтекатель ракеты засунуть никак невозможно, таких ракет нет. Поэтому нам нужно было поместить его под обтекатель ракеты примерно диаметром 3 метра, 3,5 метра. Поэтому вы видите, как мы это сделали. Это было сделано впервые в мире. Вот в основании было трехметровое зеркало, здесь такие 27 лепесточков. Вот эти 27 лепесточков, они в таком сложном состоянии. Вот такой вот, собственно, спутник под обтекатель ракеты у нас и попал. Мы его запустили в космодром Байконур
с помощью российско-украинской ракеты «Зенит-2» в середине лета 2011 года на орбиту вокруг Земли. Причем эта орбита такая вытянутая. Мы каждые 9 суток практически летаем расстояние от Земли до Луны. Примерно 350 тысяч километров мы проходим туда-сюда, туда-сюда. Через несколько дней после запуска мы раскрыли нашу антенну. Вот видите, да, вот это вот в основе 3 метра, вот эти 27 лепесточков мы раскрыли и, собственно, получили на орбите телескоп диаметром 10 метров, который работает вот с тех пор, работает до сегодняшнего дня. Вот мы с вами здесь сидим, кто-то читает лекцию, кто-то слушает, кто-то думает о своем, а телескоп сейчас летает и наблюдает. Давайте мы нажмем еще одну кнопочку. Это самый крупный телескоп в истории человечества, когда-либо построенный, и нам за это даже выдали сертификат из книги рекордов Гиннесса. Вот кто имеет хорошие глаза и знания английского, увидит, что теперь мы называемся официально изумительными. Вот этот вот российский, конечно же, международный проект, потому что без международного участия ни один большой проект сейчас не получается, но, естественно, основной вклад здесь был России, российские инженеры его построили, нам удалось сделать что-то такое уникальное за достаточно большой промежуток времени. Давайте несколько фильмов сейчас посмотрим, как раз про это, как я и обещал. Сбросимся вниз, да. Расскажу вам немножечко, что... Ну что, этот фильм длится 3 часа. Значит, мы с вами будем пытаться сейчас посмотреть на самое интересное. Ну вот представьте себе такое обычное, ничем не примечательное степное утро на Байконуре. Вы стоите в паре километров от ракеты. Вот сверху ракеты установлен спутник, над которым даже не вы, потому что я по возрасту и, собственно, был не в состоянии, но мои коллеги работали над этим проектом 30 лет. 30 лет этот проект разрабатывался, он прошел перипетии все вместе с нашим почившим Советским Союзом, да. Союз развалился, соответственно, проект начал разваливаться, потому что денег не было. Потом Россия стала немножечко восстанавливать свою экономику благодаря дорогой нефти, и, собственно, проект уже дальше пошел. И вот вы 30 лет работали над этим проектом, вот вы стоите несколько километров от него, вы поставили свой спутник над многими тоннами практически взрывчатки. И скоро что-то там загорится. Представьте свои ощущения. Вот это были наши ощущения. Вот, кстати, видите, спокойно какая-то машина едет. Наверное, интересный момент, который я хотел вам здесь показать, который мне были интересны. Это, как я уже говорил, российско-украинская ракета. Давайте попробуем тогда. Первый. Я пытаюсь вспомнить минуты, которые мне нужны для того, чтобы показать вам то, что я хотел. Ну, давайте попробуем. Да, ну вот смотрите, начинает уходить наша штанга. И вот она отъезжает от ракеты. Вот вы можете видеть, как она двигается внизу, если это не мешает на этом экране. Она отъезжает от ракеты примерно за несколько минут до запуска. И мне было интересно узнать, а вот этот поезд, который, собственно, увозит штангу, который поддерживал ракету, он автоматический, потому что все остальное вот при запуске оно автоматическое, или им управляют люди. Оказывается, что им управляют люди. Там на самом деле сидят 3 машиниста, которые вот увозят поезд примерно, ну вот, по памяти за 7 минут до запуска ракет. Она имеет 2 ступени, и вот это вот первая ступень, и это вторая ступень. Здесь есть разгонный блок, который выводит нас на орбиту, и, собственно, наш спутник. Вот она примерно так работает. Так вот, первая ступень, я очень надеюсь, что она скоро взлетит, иначе было бы глупо. Первая ступень отрабатывает примерно за 2 минуты. Через 2 минуты все топливо, которое находится в первой ступени, оно выгорает. Первая ступень отстреливается, вы летите на второй ступени. Вторая ступень отрабатывает примерно минут за 10. И, соответственно, через 15 минут после запуска ваша ракета уже полностью отработала. Через 15 минут после запуска все, что у вас осталось, это ваш спутник и разгонный блок, который, собственно, и выводит спутник на необходимую вам орбиту. И вот вы стоите там. Вот, прислушивайтесь как раз вот к этому голосу, такому металлизированно военному, который доносится из ряда находящегося репродуктора, и все время надеетесь, что после каждой фразы вы услышите полет нормальный. Так оно и оказалось, нам сильно повезло.
Наш спутник был выведен идеально на орбиту. При этом, может быть, вы помните, через несколько месяцев после этого был запуск очень интересного проекта, который назывался «Фобос Грунт». Он выводился, по-моему, протоном, я вот уже не помню, но и у спутника «Фобос Грунт», и у нашего было одно общее место. Общее место заключалось в том, что наш разгонный блок, который, как я уже сказал, выводил и «Фобос Грунт», и нас на необходимую орбиту, нас для того, чтобы мы вращались вокруг Земли и проводили свои научные исследования, свои наблюдения, о которых я буду завтра рассказывать, и «Фобос Грунт» для того, чтобы стартовать к Марсу. Запуск этого разгонного блока происходил с той стороны Земли, в южном полушарии. И раньше, в советское время, у нас были корабли, специальные корабли, которые мы вот в таких случаях выводили в океан, на южную сторону Земли, и мы могли следить за тем, получать информацию с наших спутников и знать, что же произошло. Произошло ли включение разгонного блока, как оно произошло. Вот, к сожалению, сейчас у нас такой возможности нет. Точнее, ее не было, когда запускался наш спутник «Фобос Грунт» в 2011 году. Поэтому, представьте, мы находимся на Байконуре, мы знаем, что ракета была запущена абсолютно успешно, но мы не знаем ничего про разгонный блок. Мы просто знаем, когда он должен включиться, что должно произойти, и где и когда должен появиться наш спутник. И мы просто сидим и ждем в этом месте на небе, чтобы получить информацию, что он там и что все нормально. Нам повезло, так оно и было. И мы были выведены на заданную орбиту с точностью 5%. Это великолепная точность. Но что касается «Фобос Грунта», к сожалению, вот именно по этой причине его и не могли найти, потому что никто и не знал, что же происходило с разгонным блоком для «Фобос Грунта». Давайте посмотрим следующий фильм. «Через 5 дней после нашего выведения в космос». Давайте вот самый первый файлик мы покажем, тоже выведем его на экран. Нам нужно было раскрывать наш телескоп. Это впервые такая конструкция. Да. Windows Player, наверное, будет хорошо. Впервые такая конструкция была использована в космосе. Вот 27 таких лепестков, они сверху были закреплены, взорвались 27 пиропатронов, 27 лепестков были освобождены, и, собственно, началось раскрытие. Как они раскрывались? К каждому из этих лепестков был прикреплен такой тросик, или на самом деле такой, ну, скажем, штырь, который с одной стороны крепился к лепестку, а с другой стороны к кольцу, которое стояло в основании нашего спутника. И это кольцо, собственно, начало вращаться. И в результате вращения каждый 27 лепесточков вот так вот подтягивался, да, вот, так, вот этими в основании находящимися элементами, вот они здесь, вы можете их видеть, и раскрывался, собственно, наш телескоп в результате до конца. Вот это вот раскрытие занимает примерно 10 минут, этот фильм не 10 минут, и вы можете видеть, что люди вот здесь вот двигаются с большой скоростью, примерно раза в 3-4 быстрее этот фильм вам показывает, чем есть на самом деле. Вы можете видеть сверху вот такие вот тросики спускаются. Это в научно-производственном объединении имени Лавочкина, который построил наш спутник. Они же построили все спутники, которые ходили на Луну успешно. Это так называемая система обезвешивания. Она моделирует ситуацию в космосе, когда веса у этих лепестков нет. Итак, через 5 дней после запуска мы дали команду Земли на раскрытие. Мы не имели веб-камеры и никакой другой камеры мы не имели. Вот в основании телескопа. Поэтому мы на самом деле не могли видеть картинку, что же происходит. Мы фактически получали только информацию о том, как вот вращается это кольцо, которое раскрывает в основании, которое раскрывает телескоп, и, собственно, о ситуации с самими этими лепестками. Прошло 10 минут, мы получили информацию, что кольцо остановилось, однако подтверждения того, что лепестки раскрыты, не было. Это был, наверное, один из самых тяжелых вечеров и ночей в жизни моей и моих коллег. Более поздние оценки, уже ближе к позднему вечеру, показали, что телескоп раскрылся, однако не до конца. Оставалось несколько сантиметров, которые он раскрыться не смог. Скорее всего, какой-то лепесток зацепился за какой-то находящийся рядом. Вот этот вот зацеп привел к тому, что телескоп не раскрылся. Фактически это означало конец миссии. После успешного запуска.
Что сделали наши коллеги из НПО имени Лавочкина, которые имеют громадный опыт работы с разными аппаратами? Они предположили, что проблема связана с тем, что это вот колечко, которое находится в основании, так называемая подставка, проставка, она неоднородна, она имеет неоднородное распределение температуры вот по этой подставке. То есть на одном краю температура немножечко отличается от другого, и в результате она чуть-чуть перекосилась, и этого было достаточно. Поэтому что они сделали? Они на эту ночь между пятницей и субботой, помню до сих пор, они повернули наш спутник, извините, попой к Солнцу. Таким образом, чтобы вот это вот основание спутника, оно прогрелось абсолютно однородно под лучами Солнца. И на следующее утро они снова дали команду на раскрытие. После чего наш телескоп смог раскрыться до конца. Мы получили подтверждение, что все 27 телескопов встали на свое место. Мы дали команду на их фиксацию. И, собственно, после чего вот мы теперь имеем работающий 10-метровый радиотелескоп, который вращается вокруг Земли, и благодаря которому нам удается получать уникальные научные результаты, о которых я, собственно, завтра и расскажу. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ксения, я из БФУ имени Канта. У меня вопрос насчет космического мусора. Он вообще он мешает, например, спутникам или МКС, представляет какую-то опасность для этого? Как это рассчитывается, траектория там, его полета? И собираются ли его как-то очищать, космос от него? Спасибо за вопрос. Если позволите, я вначале расскажу байку, а потом на него отвечу. А байка, она имеет прямое отношение к вашему вопросу. Байка следующая. Вот, может быть, вы помните, что Соединенные Штаты выходили с идеей СОИ, да, оборонной инициативой космической, которая предполагала использование лазеров, там, уничтожение спутников, вот всякие такие вещи. И идея там была в том, что они собирались вывести лазеры на орбиту вокруг Земли и, собственно, этими лазерами шмалять по Земле. Вот. И мне мои коллеги рассказывали в Московском университете, что в общем, достаточно быстро была предложена схема, с помощью которой эту систему можно вывести из эксплуатации очень дешево. Собственно, вот ваш вопрос дает и ответ. Да, вот, мусор. Фактически делается следующее. Вы выводите на орбиту вагон песка и подрываете его там. Вам нужно всего лишь, чтобы орбита, на которой вы вывели этот вагон песка, она ну, была близка к той орбите, на которой летают собственно, спутники этой системы СОИ. И вот этот вагон песка, он распределится по орбите, он уничтожит все, что будет каким-то образом близко вот к этой орбите. В частности, вот все эти спутники, которые должны были стоить совершенно безумные деньги. Слава богу, что этого не произошло. Так вот, теперь, собственно, к вашему вопросу. Да, мусора в космосе много, за ним следят. Каким образом за ним следят? Существуют специальные системы слежения за космическими объектами, за всеми, включая мусор. Его каталогизируют, и весь мусор, который потенциально может представлять опасность, за ним следят. И не далее, как неделю назад, ну, я не знаю, наверное, совпадение, я не верю, что вы читали это, я не верю, не может этого быть. Наши коллеги в НАСА выпустили, у них регулярно выходит ньюслеттер, NASA JPL, Jet Propulsion Laboratory, в Калифорнии эта организация находится, они в частности как раз занимаются слежением за мусором, у нас есть своя организация, этим занимается в рамках Института прикладной математики, и вот они в своем информационном бюллетене написали, что тут мы нашли, значит, кусок мусора очередной, некаталогизированный, похоже, что это кусок разгонного блока радиоастрона нашего проекта. Значит, что оказалось? Вот я говорил про разгонный блок, помните, который запускается с той стороны Земли? Вот он называется фрегат СБ. СБ это означает сбрасываемые баки. То есть сначала НПО имени Лавочкина, ну, вообще весь космос так работает. Вы сначала что делаете? Проводите космические испытания, то есть он должен хорошо сработать в космосе. А потом, если что-то хорошо сработало, вы на этой основе развиваетесь дальше. И они взяли свой разгонный блок, фрегат, и туда просто прикрутили по бокам дополнительную горючку. И вот и это сбрасываемые баки, то есть первый толчок этого разгонного блока происходил с помощью топлива этих самых сбрасываемых баков. И потом, собственно, они же сбрасываемые, их сбросили. Ну и вот, они как раз представляют из себя этот самый мусор, который оказался некаталогизированным. Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что существуют специальные службы, которые за этим следят. Вот, и все возможные столкновения, их можно предупредить, избежать, потому что любой живой спутник, да, который находится в эксплуатации, он обязательно на борту будет иметь достаточно топлива для того, чтобы провести орбитальный маневр и уйти от столкновения с мусором.
Да? Вот, насчет очистки мусора, все понимают, что это нужно, никто не знает, как это делать, потому что очень дорого. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Антон, БФУ Минканта также. У меня вопрос про квазары. Насколько опасно излучение вот, от квазара, если, допустим, прямое попадание, скажем, в нашу Солнечную систему, и также расстояние, насколько это зависит от расстояния? Это совершенно не опасно. Давайте я просто сделаю сравнение. Самый яркий квазар во Вселенной будет, окажется абсолютным ничтожеством по сравнению с помехой, которую любой автомобиль производит в момент зажигания. Это если говорить про радиодиапазон. И в оптическом диапазоне они, естественно, находятся очень далеко, это миллиарды лет, поэтому тоже никаких проблем нет. Наверное, намного более потенциально опасно будет какой-нибудь взрыв сверхновой звезды в нашей галактике. Вот, но на самом деле это тоже считалось. Единственное, что для нас опасно, это взрыв нашей звезды как сверхновой. Но, как я уже говорил, и директор Института космических исследований рассказывал об этом энное количество лет назад нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и успокоил его, что, в общем, миллиард лет еще у нас есть. Миллиард лет у нас уже есть, но девушка была первой, поэтому я бегу к ней. Здравствуйте, меня зовут Полина, 21-я школа. У меня вопрос о черных дырах и о теории о кротовых норах. Черные дыры вообще чисто теоретически представляют собой огромную сбор энергии. И если говорить о кротовых норах, то по идее они представляют по себе самим не только толчок в параллельную вселенную, но и такой же сбор энергии. И тогда по посредству логики можно понять, что если, допустим, тело попадает в черную дыру, оно расщепляется на малейшие частицы, то тогда что произойдет чисто теоретически с телом, которое попадет в кротовую нору? Все. Да, я уже бегу к вам с микрофоном, потому что нам не терпится узнать этот ответ. Обычно, когда лектор говорит очень хороший вопрос, означает, что он не знает ответ. На самом деле, как я говорил, кротовая нора — это то, что мы называем теоретический объект. То есть он существует в теории. И на сегодняшний день теория достаточно бедна или слаба для того, чтобы промоделировать ситуацию, когда сложный объект падает в кротовую нору. Однако существуют работы, публикации, результаты, когда ученые роняли в кротовую нору простой объект. Если позволите, я расскажу о том, что было сделано, да, потому что вот на ваш вопрос впрямую ответить не могу, и ну что, не могу, значит не могу. Значит, было сделано следующее. Был задан очень простой вопрос. Что делать с парадоксом, а ученые очень любят работать с парадоксами, это помогает двигаться вперед. Парадоксом следующего свойства. Предположим, что мы построили такую кротовую нору, которая позволяет объекту, простому объекту, мы любим ронять материальные точки, просто точки, кирпич назовем его. Если бы я был из физтеха, я бы сказал сферическая корова в вакууме. Они почему-то очень любят этот термин. Но я из МГУ. Так вот, мы роняем кирпич в кротовую нору, и мы делаем так, чтобы он вылетел с другой стороны кротовой норы, рядом со входом, в то время, чтобы он вот по пути своего вылета, его траектория пересекла траекторию его же кирпича влетающего и сбила его. Да? То есть, чтобы не дала себе самому влететь. То есть можно ли исправить прошлое таким образом, чтобы не дать себе самому случиться? Это, так сказать, такой тривиальный достаточно парадокс, понятно, да? Что мы можем вот кирпич сюда опустить таким образом, чтобы он пролетел и, вылетая обратно, сбил себя влетающего.
И вот подобная работа была проведена, подобный анализ Игорем Дмитриевичем Новиковым. Это советский российский ученый, один из авторов, один из отцов черной дыры. И надо сказать, что когда он черную дыру разрабатывал, вот теорию черной дыры рассказывал, ему не верили, его шпыняли, говорили, что это безумие какое-то. В общем, ему было очень тяжело. Сейчас черные дыры считаются общее место, и практически любой тяжелый объект, сложные, там, типа квазаров, там, ну, много где черные дыры мы ожидаем. И вот сейчас он работает с кротовыми норами, и он, собственно, вот эту теорию и развивает, один из теоретиков, и он вот эту задачу решал. И он смог показать, что теоретически не удается исправить прошлое. То есть ему не удалось таким образом построить кротовую нору, чтобы кирпич, вылетая, сбил себя влетающего. Вот это то, что я могу сказать близко к вашему вопросу. Надежда, Калининградский государственный технический университет. Мне интересно вот ваше мнение, как ученого, как сделать науку модной, чтобы потянулись молодые кадры, молодые умы? Как же это сделать? А сколько у нас есть времени? Нет, ну это долго и печально. Значит, давайте договоримся так. Если это серьезно хочется обсудить, да, то мы можем это сделать после завершения. Но если коротко, то я скажу следующее, что в нашей стране, к сожалению, нет культуры рекламы или отчета ученых о своих результатах перед обществом. Я много лет работал за рубежом. Когда я вернулся и вот как-то начал задавать своим коллегам вопросы: коллеги, а собственно, если мягко выразиться, то почему? И ответ был: а собственно, а зачем? Нам и так денег мало платят, что мы будем тут на это время тратить? Совершенно неправильный подход. Вам потому и мало денег платят, что никто не понимает, зачем вы работаете, что вы делаете. Поэтому я считаю, что с одной стороны ученые должны поменять культуру в этом отношении и вкладывать значительно больше усилий в рассказ, в отчет перед обществом, что они делают. Но отчет – это сухое слово. В рассказ в таком виде, чтобы люди, за деньги которых это сделано, это действительно сделано за ваши деньги, это некрасивый оборот речи. Мы работаем за деньги налогоплательщиков. Проект «Радиоастрон» стоил к моменту запуска 5 миллиардов рублей. Вот тех рублей, не которые сейчас упали. Значит, сейчас в год он стоит бюджет, если честно, я не знаю, потому что я не финансист, но я знаю, что по порядку величины должно быть больше 100 миллионов рублей в год. Это только российских рублей, а проект международный, еще громадные деньги вкладывают зарубежные коллеги. Мы должны отчитываться перед обществом. Есть громадное количество других проектов. К сожалению, этой культуры нет, это нужно менять. Причин, почему ее нет, на самом деле они разные, мы не умеем, нас надо учить, нам надо помогать, этого тоже нет, но над этим нужно работать. Это вот первый момент, да? И есть второй момент. У нас молодежь сейчас стала намного более прагматичной, плохое слово, но это я хочу с положительной точки зрения это прокомментировать. Намного чаще и намного более серьезно задумываются о себе завтра. И если посмотреть на ситуацию в современной российской науке, особенно в фундаментальной науке, то, скажем, вот того, что называется карьерными лифтами, то есть такого путя в науке, в будущее, которое позволяет заниматься чем ты хочешь на хорошем уровне и за достойную зарплату, она никогда не будет на уровне зарплат там, в банках, скажем. И это нормально. Это нормально, потому что мы занимаемся любимым, интересным делом. Нам безумно повезло. За это приходится, в частности, расплачиваться тем, что наши зарплаты, очевидно, меньше, чем коммерческие. Это нормально, но они должны быть на достойном уровне. На сегодня базовая зарплата – это не так. Да? Итак, две вещи. Первое, нужно, конечно же, вкладывать намного больше усилий в популяризацию. Второе, государству надо, естественно, работать на то, чтобы жизнь ученого, успешного ученого, была достойной. И его работа, да, то есть потенциал на работу на мировом уровне в стране был. Это сегодня у нас есть, но не на достаточном уровне. Собственно, вот если все эти три момента улучшить, то мы будем в шоколаде.
Я прошу прощения за серьезный этот рассказ. На самом деле я много времени на это отдаю, но это не имеет никакого отношения к этой лекции. Юрий, уже был вопрос от студентов, от школьников, но от работающего населения еще не было. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Нет, ну я имею в виду, что уже нет, просто от студента или школьника, который интересуется наукой, а человек, который работает, между прочим, с радиотехникой. Здравствуйте, Павел, Таганрогский институт связи. В общем, такой вопрос, вернусь к квазарам. Подскажите, ну вот почему же происходит выброс перпендикулярно аккредитационному диску? Смотрите, вопрос о том, как формируются вот эти выбросы, джеты, он все еще открытый, но существуют такие две типичные модели или две идеи, которые вот нам нравятся. Одна идея говорит о том, что уносится крутящий момент, да, то есть вот там что-то крутится, да, и вот этот крутящий момент уносится и формирует вот, собственно, вот этот вот выброс. То есть одна идея заключается в том, что уносится крутящий момент от центральной черной дыры, которая вращается, а вторая идея, что уносится вот эта вот закрутка, да, крутящий момент от аккреционного диска. Собственно, поэтому и происходит и перпендикулярный им. И аккреционный, да-да-да, совершенно точно, и аккреционный... Часть вещества, то есть это та, которая не попала под горизонт событий, потому что попала уже все, до свидания, но та, которая не попала, вот она, собственно, унося вот эту вот закрутку, собственно, наружу, она это наиболее эффективно с энергетической точки зрения сделать перпендикулярно, да, вот вдоль оси этой самой закрутки. Мне удалось ответить на вопрос? Спасибо. Спасибо. А у нас сейчас следующий вопрос, а потом я к вам подойду. Спасибо, здравствуйте. Меня зовут Эвелина, я из градостроительного колледжа. У меня вопрос по поводу эффекта релятивистского замедления времени. Мне интересно насчет того, что в теории это возможно, а на практике это возможно, и еще какая должна быть скорость для человека, которая возможна, чтобы достичь этот эффект. Спасибо. Релятивистское сокращение времени мы видим в наших наблюдениях. Поэтому я думаю, что я могу абсолютно ответственно заявить, что это возможно на практике. Есть большое количество тестов, которые мы проводим. То есть мы делаем определенные предсказания на основе общей теории относительности, которая, в частности, говорит о том, что вот должно произойти там сжатие и расширение времени. В результате этого мы увидим вот это и вот это. И оно на самом деле так и происходит. Вот, собственно, сам эффект, вот то, о чем вы спрашиваете, да, он нарисован вот здесь. Вот представьте себе, что у вас есть какой-то объект, который излучает. Вот эта точка, она излучает свет. И вот у нас один фотончик излучился, два фотончика и три фотончика излучились, да, и вот они вот так вот двигаются. Вот если этот источник света, он покоится, да, тогда они вот так вот и будут идти с вот таким вот интервалом между ними. Но в случае, если этот источник света, он, например, начинает двигаться, да, в направлении наблюдателя, то видите, да, как бы расстояние между этими фотончиками уменьшается. И де-факто это, собственно, один из эффектов замедления времени, то есть сжатия времени, прошу прощения, о котором идет речь. Вот. Ну, для того, чтобы это произошло, вам нужно двигаться со скоростью близкой к скорости света. Что такое близкая скорость света? И речь идет про величину скорости выше, чем, ну, скажем, 90-95% скорости света. Тогда вы это увидите очень хорошо. А, для человека, для современного человека, нет, это, конечно же, ну, в каком смысле? Эффект существует, но он настолько мал, что вы его не увидите. А если вы его чувствуете, то это вопрос к биологам, что в мозгу происходит, но не к астрофизикам. Спасибо большое. Я к вам уже бегу. У меня вопрос напрямую к вам. А кто вы по образованию и как стали ученым? Спасибо. Я закончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, астрономическое отделение. Поэтому в дипломе у меня написано «Астроном по специальности астрономия». На эту тему есть байка, которую я недавно слил по телевизору.
потому что она Оле Орловой очень понравилась. На ОТР у нее программа есть «Гамбургский счет», поэтому кто ее смотрел, простите, я расскажу ее тогда для вас второй раз. Байка следующая. Она немножко сексистская, простите, я не такой. Ну, такая байка. Значит, байка следующая. Если вы летите в самолете, и рядом с вами девушка села, и задает вам вот именно этот вопрос. Если она симпатична, и вы хотите с ней продолжить разговор, вы говорите, что вы астроном. Ну, а если она не настолько симпатичная, насколько у вас много дел, которые вам нужно сделать, и, соответственно, вы не хотите продолжать разговор, вы говорите, что вы астрофизик. Так вот, для вас я астроном, но вообще я, конечно, считаю себя астрофизиком, потому что мы именно занимаемся исследованием фундаментальных законов природы, физикой на основании, собственно, наблюдения Вселенной. После МГУ я защитил диссертацию в физическом институте имени Лебедева Российской академии наук, потом работал в Соединенных Штатах и в Германии достаточно много лет, и вот 5 лет назад вернулся в Россию. У нас вопрос к вам от юного астронома. А существует ли обратная гравитация? То есть Существует ли обратная гравитация? Обратная гравитация, то есть, я не услышал последнее слово. Ну, хорошо, да, я понимаю, да. Если очень коротко, то нет. Если очень коротко. Но существует такое понятие в космологии, как отрицательный вакуум. Но я в это вдаваться не буду, главным образом, потому что не понимаю. Мы перейдем сразу к следующему вопросу. Последнему на сегодня. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я учусь в обычной школе. У меня вопрос про нашу планету. Как вы считаете, если на нашей планете очень много выбрасывается разного вредных веществ, и как вы думаете, сколько наша планета сможет прожить? Вот так вот. Сколько нам осталось нашей планете прожить? Ну, это очень серьезный вопрос, поэтому я отвечу серьезно. Я не специалист в этом вопросе. Я думаю, что я отвечу на него так же хорошо или так же плохо, как, ну, наверное, любой человек в этом зале. Я думаю, что нашей планете осталось столько, сколько мы ей дадим. Это если очень коротко. Да? Вот. Если мы ей дадим просуществовать много лет, то мы проживем много лет. Вот. Но то, что происходит на сегодня, достаточно производит печальное впечатление. Вот. С другой стороны, как вы сами прекрасно знаете, что есть много инициатив, которые, возможно, приведут к тому, что мы проживем немножечко дольше. Но в этой связи все-таки я вернусь к астрономии и напомню вам, что по крайней мере на сегодняшний день мы считаем, что мы одни во Вселенной. Да? То есть мы не знаем ни о каком другом разуме. Причем мы, конечно же, говорим про высокотехнологичный разум, тот, который мы смогли бы увидеть в космосе, его проявление. Возможно, это связано с тем, что по какой-то причине вот эта фаза высокотехнологичная у разума, она очень короткая. Мне очень хотелось бы надеяться, что причина этого связана не с тем, что каждый высокотехнологичный разум убивает себя раньше, чем осознает, что желательно этого не сделать. Но причина, почему мы считаем, что обязан существовать какой-то закон природы, не знаю, что-то, что приводит к тому, что высокотехнологичный разум, вот этот период, он очень короткий, связан с тем, что вы понимаете, да, нашей Вселенной много миллиардов лет. Наша галактика, наша Солнечная система не представляет из себя что-то особенное в том смысле, что мы не являемся самой ранней галактикой, мы не являемся самой первой звездной системой. Таких звездных систем, как наша, масса. Вселенная, ну, можно сказать, бесконечно, на самом деле нет. Ну, практически бесконечно. Такое громадное количество звездных систем. Ну, просто по теории вероятности должно быть большое количество из них, да, где бы образовался разум. Но мы не видим проявления ниоткуда пока. Абсолютно. Объяснение самое простое на пальцах. Это именно, что вот этот разум существует, почему бы нет, собственно. Вот эта фаза высокотехнологичная, когда он начинает проявляться наружу.
да, вот в виде там помех в радиодиапазоне, потому что с телевизора радиосвязь там и так далее, в виде того, что там мы нагреваемся сильнее, в виде того, что мы начинаем использовать энергию нашей звезды, а она настолько короткая, что мы этого не видим. Я очень надеюсь, что причина связана не с тем, не с предметом вашего вопроса. Ну что, Юрий, настал тот миг, когда вам надо будет выбрать 5 самых лучших, самых актуальных, по вашему мнению, вопросов. Может быть, они заставили вас задуматься, удивиться. Ну, молодой человек, напоминаю, что уже получил от вас подарок. Ой, надо было записывать. Что же вы меня не предупредили-то, что 5? Нет, не, ну видите, я буду выглядеть этим самым скупердяем, который пожмотил 5. А можно попросить всех тех, кто задал вопросы, встать? Господи, жуть-то какая. Ну что, я помню, вопрос про кротовую нору. Вопрос про то, когда мы себя убьем. Вопрос про гравитацию. Да? Нет, было еще, ну, с вами, да. Вы садитесь, молодой человек. Да, с вами все понятно. Так, с остальными, прошу прощения, напоминайте. Да. 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 Слушайте, их же 6. Нет, их 7, а еще же... ну что? Нет. Ну что? Ну вы будете меня ненавидеть. Значит, смотрите. Ну, я прошу прощения. Смотрите, у нас 5 девушек, ведь правда тут стоят. Вы астроном. Спасибо. Ну, на самом деле... Хорошо, это, естественно, полушутка, но если говорить серьезно, все вопросы были очень интересны, и вы знаете, что любому лектору нет ничего более важного, чем получать вдумчивые, интересные вопросы в заключении. Это, наверное, является самой большой благодарностью и наиболее таким положительным, что ли, ощущением, которое можно вынести от лекции. Поэтому я хотел вас поблагодарить за эти вопросы. Они позволили, ну, действительно, может быть, проговорить что-то важное и интересное. Спасибо вам большое за ваши вопросы.